Человек, а там был ли у них тройничок? В тройник долбился? Куда долбился? У вас был тройничок? Нет. А хотите разок? Нет. Почему? Потому что я об этом не думала. Тебе поступали непристойные предложения? А что это? Достойные? Непристойные? Что? Ни разика. Ни разу. Нет, 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 нет. Я над этим работаю. Нет, нет, нет. Не было. Почти был разок. Что значит почти один? Извиняюсь, может быть, группа прозвучит все-таки девушка, просто один ее ебет, другой дрочит. Извините, может, группа звучит девушка все-таки на стриме. Что значит почти, блядь? У меня было что-то подобное. На меня кто-то смотрел, пока мы трахались. А че? Да что-то просто как-то возможности не было. Да ладно, я гоню. Ко мне подошли двое и сказали, что я горячая. Типа я и мой парень хотим с тобой тройничок. Но они были несимпотными. Многим женщинам предлагают непристойности, вам предлагали? Да. И часто. На заправках, бомжары. Не могу, на заправках, бомжары. В ресторанах, пока я работала официанткой. У тебя был тройничок? О, нет. Нет, ну хотела бы. Нет, 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 нет. Я скучная. Нет, ни разу. Веруне? Это правда. Я знаю, я общался с твоим дружком. А с кем? Хочешь тройничок? С двумя бутылочками, да. Конечно, он хочет другую, но я хочу другого. И с кем? С любым из моих бойфрендов и Карди Би. Думаю, с двумя парнями было бы круто. Но это будет либо неловко, ну или слегка перебор. Было? Сейчас я лучше промолчу. Нет, нет. Я бы не против участвовать в тройничке. Да. Давай, рассказывай. На самом деле там был четверничок. Нихуя себе. Да, и втроем, и вчетвером, и толпой. Это все, чего я и ожидал. В старших классах. Хороший. В старших классах, охуеть. Было сложно, и как вообще? Моя жена была беременна. Короче, она и ее подружка были за. А я и мой кореш, мы стояли в углу и думали, что будем делать. Потом он ушел, и я приступил к делу. Так и произошло. На самом деле, это была девушка моего давнего друга, лучшего. Это было так неловко. Ребята... Ой, это очень красивое. Постеснялись. А мне не понравилось. Давнего друга. Очень красиво, мне лучшего. Кажется. Это было так неловко. Ребята стеснялись. А мне не понравилось. Ни разу. Его звали Дэвид Кракен. О, это известно. Она во всех видео. У нее еще сын толстый такой смешной. И это было в доме на колесах. Ой, блядь. У нее же сын есть, который в передаче снимается. Она сейчас рассказывает, как ее втроем ебли. Блядь. Не понравилось. Ни разу. Его звали Дэвид Кракет. И это было в доме на колесах. Не думаю, что этим можно гордиться. Это было очень скучно. Две телки? Да не, у меня был мой кореш, и к нам приперлась какая-то шмара. И мы такие, чё, реально? Она начала сосаться с парнем, а я был напротив. И я такой, стопы, это чё, сейчас будет то самое? Один из них был реально симпотней, а другой не очень. Я не этого ожидал под словом тройничок, блять. Но я шомпаль настроил на симпотненького. А мне показалось, блядь, что я там был лишним. Участвовала в тройничке? Почти, но нет. Нет, но предлагали. Нет, 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 нет. Нет. Да, нет, да, нет. А чё? Да чё-то не срослось. Были в тройничке? Да. Расскажите. А о каком разе? Один раз был... На задней парковке Кеймарта. Участвовал ли? Да. Резиночку надевал? Не. Повторили бы? Не. Я бы не стала повторять. Было не весело. В первый раз было весело, а потом не особо. Считаю, что тройничок переоценивают. Это не так весело, как вы думаете? Та шмара, которую мы долбили. Мне нравится, как черные базарят. Мне реально очень нравится, как черные базарят. И что тройничок переоценивают. Это не так весело, как вы думаете? Та шмара, которую мы долбили, закончилась уже на половине пути нашего тройничка. Блядь, как черные базарят. Они реально круто базарят. Вот реально круто базарят. Девчонка начала реветь. И я такая, что? У него даже не встал. В тот момент я прям думал, что я натурал. И я хотел попытаться одурачить ту девчулю. Обойдешься? Было не... Не особо весело. Пойди, неловко были? Ну для меня это нет, я же смотрю порнусю. Был тройничок? Ни разу. А чё? Это сложно. Пришлось бы много работать. Я в это не верю. А в сем... Это из Детройта, чел, смотрите. А чё? Это сложно. Пришлось... Похож под одним из ракурсов. Много работать. Только я не помню, под каким. Ну, понял. Я в это не верю. А в смысле?
Секс только между двумя людьми, а не между тремя. Я частенько участвовал в групповухе. А как сделать все правильно на основе услышанного? Прикольно, да, она как-то выглядит? Как-то... Прикольно очень. Как типа... Шуба, ну типа вот эта селедка под шубой на голове, и вот в принципе симпатично, да, грудь там, ну прикольно, интересно выглядит. План. Убедиться, что люди не будут ревновать. Не делать этого с тем, кого любишь. Что нужно сделать? Для начала убедиться, что между людьми есть какая-то связь. А что для вас? Чтобы два парня? Чтобы один перед лицом, а второй, чтобы сторожил сзади. И погнали. В тройничке участвовали? Нет. Да. Боже, тройничок был? Да. Расскажешь? Нет. Что-нибудь расскажешь? Нет. А что расскажешь? А кто предложил? Кто спустил собак? Я бы сказала, что это сделала я, но уже не помню. Был тройничок? Нет. А чё? Не хочу, чтобы какая-то шмара трогала моего мужика. А если бы ты другого мужика? Нет. Я бы не стала. Без тройничков. Думаю, я бы ревновала. Слишком опасно. Я бы об этом не говорила. Я только за тройничок, но мы общались с мужем, и он сказал, что против. Я бы ее нахуй бы сразу из дома выгнал, блядь. Такая вроде милая, да? Что против? Был тройничок? Я бы хотела, но мой парень слишком ванильный. А может, ты ему позвонишь и спросишь? Крен? Охуеть. А ты бы хотел тройничок вместе со мной? Да можно. Рили? Чё, блядь? У 45 из... Чё, блядь? Так, а с парнем или с девушкой? Лучше бы с девушкой. Да ну! Ай, блядь.